Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Большой, близкий брат, товарищ, сотрудник Сергей Козлов из Воронежа. Я сразу открыл, где он работал, Сергей, вот эта беседа без лицемерия. Скайп, вот она. Гудзар 3, ML, Житие, Яндекс, все тут. Вот он лежит, Сергей. Тут видно. А это его ролики. Я каждый день выставляю один из роликов. И мы с ним беседовали, у нас много бесед. Я ездил у него, был там с мамой хорошие отношения были с Татьяной, когда мы ездили по Европам. Уходили в Грецию, поехали мы в Великобританию, в Испанию, и к нему заехали. Там у него были мама, там нас всем снабдила, она не знала, что там да где-то. И с Сергеем лично познакомились. Я не говорю, как первый раз мы познакомились. Я удивился, что у него как платок на голове, и сказал, я говорю, а что вы так одеты-то, как женщина? Он говорит, я парализованный. И далее уже все мы узнали. Они с мамой подали заявление, чтобы их приняли, сделали членами Потеряевской общины. Вот заочно, это единственные люди, которые пожелали так быть, заочно. Вот Сергей 17 лет пролежал на вытяжку. Это много. Много. Вот мы считаем, в житиях святых бывает лежат больше, там полвека и прочее. Ну, кому как дано. И вот он лежа там везде. Ну, болеет человек, болеет, гниет там с пролежами. А он какую работу вел, скольким людям глаза открыл. Господи, муки этого человека многое-многое уже сделали. Люди как-то более мужественными делались. Прости его и возьми его к себе. Его муки такие, у него рак кишечника. А теперь я говорю, кто там есть в Воронеже, сходите к нему, снимите его, и похороны, и отпевание, и все абсолютно заснять. И мне вышлите. Ну, на меня вам легко выйти. Что тут не выходить? Я вам покажу мой форум. Вот он где. Вот оно где. Православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». Кроме того, у меня очень хорошо работает, вот Трофимов что-то написал, сейчас я открою прямо сейчас. Вот это мой мир. Мой мир, вот он, я сижу в шапке. Где в шапке? С голубем там не надо, там контрольные. Боли, боли, все-то тут он показано, как у него тут. Вот он лежит, и вот смотрите, какие присоски он тут показывает, что у него тут было. Там, вот он. Светлана Львовна, она сегодня там, сейчас... Посмотри, откачивает из живота. У него пошло, вот у него все органы в одну эту, говорит, слились. Это что? Это же не бочка лежит какая-то, живой человек. Даже вот так шевелят я не могу, у меня все сжимается. И я... У самого режет, когда меня резали там, что это... Я просил обезболивание даже не делать, но смотреть на другое, это я не могу. Слабые насчет этого. И вот они, видишь, как обихоживают. Мама его, Татьяна, кто тут, видишь, в перчатках. Это не два, не три дня. 17 лет. И он иконописец. И какие иконы он писал. Отовсюду люди. Ну, тут человек очень-очень далеко известный. Даже тут один отдельный ролик у него есть. Я всех прошу, помолитесь Богу, поприще его закончено. Сергей, пусть тебя Господь возьмет к себе. Всегда у нас были хорошие отношения. Те, которые на меня нападают, они с Сергеем были в хороших отношениях, они бешеные. Давай, Сергей, говорит, они меня бесноватым зовут и все. Ну вот, он претерпел и гонение, ну и все такое. Ему Бог открыл очень многое. Он принял крещение. Были священники там как-то сделали так, чтобы вода не вытекала. Его повернуть-то никак нельзя. И принял крещение. Я благодарю Бога, что в моей жизни встретился такой человек, человек, герой нашего времени, так я его называю. Это мужество какое, это вот как икона он рисует, показано все. Это Господь дал нам его на нашей жизни. Да, несчастный случай произошел, 7 позвонков были у него сломаны. Ему в 30 лет случилось, сейчас ему 47 выходит уже тогда. Да благословит его Господь и да помилует. Мы знаем, священники молятся и... И он их пустозвонов некоторых определял. Приходит, хихикает, хакает. Он говорит, я ему сказал. Там один на меня что-то пишет и
Он его с ним встретился, тот священник-то пришел и стал говорить, и он его сразу посадил на место. Ты что делаешь? Сам-то никакой. Я поэтому еще роликов много буду выставлять, которые у меня не с ним разговоры. Сколько в общей сложности, думали, более 50 роликов. Беседы с ним, и он отдельно с кем-то беседовал, я их взял. На этом все. Да будет он благословен, прими его в Царство Небесное, Господи. Это раб твой, труженик твой и друг твой, слуга твой. Богу нашему слава! Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.